но тем не менее. Так нет, самое главное, что Юдяков тоже выше нас. Да. Поэтому 4-1. Ну, Волк просто. Нормально? Жаль, что одного отдали на другую сторону. Да. Готовы было значительно. Красивый гол забил. Ну и у нас тоже неплохо. Значит, неплохо, да, но... Считайте, что выиграли не 3-2, а 4-1. Да, они оба со штрафных забили. А он один забил. Вы все в игре забили, молодцы. Нет, Южа забил, это же ваш игрок. То есть мы не забили не 3, а 4. Это 4-1. Восстанавливаем силы. Прощай, бурная звезда! А по какому каналу? Полить надо. Ваши избиратели. Для Максима, давай для Максима. Меня зовут Анаид, меня зовут Андрей. Андрей зовут Шапарин. Я хочу, чтобы вы даже не представляете. Я вам даю свои координаты, все остальные. Виктор Иванович, я был уже у вас. Виктор Иванович, я хочу, чтобы вы не просто были, вот, ну, я слышал вашу программу. Чтобы вы руководили. Я слышал вашу программу, чтобы вы руководили. Вместе с вами, ребята. Договорились, да? Там есть адрес, не хотите. Мы это сделаем. Я знаю. Мы вместе работаем. То есть, Виктор Иванович, пусть это будет в лучшем виде. То есть вы по-настоящему совесть России. Совесть России. Виктор Иванович. Я всем учителям покажу, это реально. У меня тут пятерки будут. Так, ну, может быть, ладно, у меня тут Мэрилин Мэнсон рядом. Камеру. Голову убери, камеру.
еще не разбудаю. А Никин Евгений. И Дураев. Сидите на курсе, давайте. Со спины убери, кто стоит. Подождите, вы мне... И очка сорвать. Очка сорвать. Я не держу, мой. Да подожди. Вадимы, да? Да. Пусть мне. А можно еще руку пожать? Руку. Черепков ништяк, сила! Кто сюда?